Всем привет! Мы покажем наши новинки нашего бытового бренда DCA. Обратите внимание, они уже появились в продаже. Это угловая дрель шуруповерт, да, с угловым редуктором, типом включения педальной клавиши. Да, двигатель щеточный. Цены относительно профессионального бренда будут здесь достаточно интересны. Уникальная тоже новинка есть. Мини-полировальная машина с 75-м кругом, да, двухскоростным режимом. Можно рукоятку с обоих сторон ставить. Тоже достаточно интересная вещь. Естественно, в профессиональной среде из новинок в ближайшее время у нас ожидаются комбо-наборы, да, для тех клиентов, которые хотят познакомиться с инструментом DCA. Можно будет приобрести комбо-набор, они есть трех типов. Винтоверт, гайковерт, винтоверт УШМ и так далее. Все это будет в системе хранения, да, уж с уже подготовленным ложементом. Система хранения своя, да, она не стыкуется с другими компаниями. Собственно, выглядит она таким образом. Вот. Вот это у вас новинка, да? Ну, он пока что, штука. Да, специфический инструмент, пока он продаваться не будет. В России доподлинно перевода нет, как этот инструмент называется. Это шпилька-верт или там шпилька-рез. Да, специальная гайка, когда мы закручиваем, мы отрываем шпильку при достижении крутящего момента 2000 ньютонов. Да, инструмент специфичный. Я помню, как раз таки на канале Industrial Tool нашлась похожая модель у Makita, да? Обратил внимание. Вот. Что еще появится? У нас есть садовый инструмент. Будет представлен в России на платформе 36 вольт в виде двух аккумуляторов по 18 вольт. Там сейчас будет 5 инструментов. Триммер кусторез. Да, она будет в красном. Триммер кусторез, комби-мотор, цепная пила, сучкорез и три модели воздуходувок. И насадки. Ну и различные насадки, да. Вентилятор есть. Ну, первая новинка, которую хотим показать, это аккумуляторный компрессор. Работает от аккумулятора DCA емкостью, начиная от 4 ампер-часа. Здесь мы можем выставить давление баллона и давление для нейлера. Да, он полностью автономен, аккумуляторный, весит, ну, достаточно мало. Что еще появится в следующем году? Сетевой бесщеточный камнерез, это не штраборез, это именно камнерез. Один 195 диск с подачей воды, совершенно верно. Мощность у него 3 киловатта. В следующем году, может быть, уже в конце, текущего года у нас будут две модели аккумуляторных ножниц из быстрорежущей стали и из твердосплавной стали. Маслонаталкиватель тоже представлен уже будет в конце этого года. Как их в России называют? Солидолоопускатель, наталкиватель, масляный шприц и так далее. Приобрести продукцию DCA, DCA и инструмент завода Донченг можно, увидев список дилеров на сайте dckto.ru. В разделе «Где купить» можно посмотреть на карте список дилеров в городах, где вы проживаете. Только там продается инструмент DCA. Инструмент DCA можно приобрести в компании всеинструменты.ру. Всем пока!